По данным на 11 июня в Карагандинской области получили прививку от коронавирусной инфекции более 150 тысяч человек. Иммунизация продолжается. Темиртаусты поделились своим мнением по отношению к вакцинации. Мое мнение по поводу вакцинации однозначно положительное. У меня две прививки сделаны против коронавируса в мае месяце. Я думаю, что все болезни, которые были в столетии, в тысячелетии, мы побеждали против с помощью вакцины. Поэтому я думаю, что вакцинироваться нужно однозначно. И советую всем гражданам и жителям обязательно подумать над этим и сделать две вакцины. К вакцинации я отношусь положительно, потому что я считаю это единственным средством выхода из пандемии. У человека должен быть иммунитет на это заболевание, на этот вирус, потому что пандемия уже длится сколько у нас, 2 года, и она не проходит, и во всех странах, по всем странам это видно, и все приходят к этому выводу, что это единственный способ. Положительно, потому что это свободу действий дает, и потом, предотвратит заболевание, поэтому положительно. У меня еще есть немножко антител, но вот где-то летом, осенью я буду вакцинироваться, если это продолжится, конечно.